Для того, чтобы выявить очаги, нужно попросить просто председателей сельсоветов выйти из кабинетов и обратить внимание на то, откуда тянет дымом. Потому что 80% этих возгораний в пределах до 3-5 километров от населенных пунктов. Не надо из обыкновенного нашего раздолбайства и разгильдяйства выстраивать какую-то сложную техногенную проблему. Ее нету здесь. Вопрос только в организации.